Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала, я с вами Марина. У меня опрыскиватель белый, и я в светофоре, мне привезли его со светофора. Я так думала, ну что я делаю, пачкается земля. Я говорю, да, я пакет одену. Одела пакет с ручками, которые можно и на без ручек, его на скотч немножечко там закрепить. И вот так, чтобы не пачкался. Ведь дно пачкается, а есть и такие еще там прям полосками сделаны внутри. Туда грязь заходит, и вычищаешь. Я видела такие, но такие массивные они, тяжелые. Так что, если не хотите, чтобы у вас спачкался опрыскиватель, но можно сделать пакет, одеть на него, и все. А потом сполоснуть, и он будет чистый. Вот такое у меня ноу-хау. Кому нравится, повторяйте, делайте, чтобы ваш опрыскиватель всегда был чистое дно, чтобы щеткой не мыть его, как говорится, не мучиться. Потому что действительно на земле, когда стоит, брызгаешь, накачиваешь его, дно пачкается, очень пачкается. Вот. А у меня еще вдобавок он и белый. Так что, вот видите, беленький. Там. Вот так вот сделала. Пакет-то я выкину, а дно-то чистое будет. Вот самое главное. Все, спасибо всем за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами Марина. Кому это пригодится, пожалуйста, я буду очень рада.